Братья и сестры, когда я страдаю несправедливо, мне в этот момент что хочется сделать? Мне хочется обвинить людей в этой несправедливости. Братья и сестры, не скатывайтесь на этот уровень. Не вините людей в каких-то бедах или проблемах в жизни. Не Это Бог повелел этим людям. Братья и сестры. Вы знаете, как вот, я знаю, что такое, когда обрезают, и, ну, очень больно тут. Когда засыпаешь с болью, просыпаешься с болью. Когда, может, месяц будет болеть, может быть, годы болит, такие глубокие, глубокое обрезание. Но это во благо впоследствии будет. Вы знаете, одна сестричка, уже в возрасте, которая, Которая, которая сделали визу в Америку ей уже за 80 она старится, она столько страданий пережила столько боли и вот как-то ей сделали визу и открыли ну, от, приглашение открыли визу и врачи говорят ну давайте сестра посмотрим ну, вы, вы вынесете перелет такой длительный уже вы в преклонных годах но пошли поехали с ней сделали э, рентген кардиограмму сердца. Знаете, врачи вышли, удивились. Говорит, сестра, откуда, говорит, у вас такое сердце? Здоровое, ни одного рубца. Говорит, ну бьется, как у младенца. Говорит, ну откуда секрет такой? Вы столько страданий пережили. Мы же знаем вашу жизнь. Как вы в жизни страдали. Она говорит, ди ты. Я ж всю свою боль там на коленках, страдая, не угрожала, а предавала то суди праведному. Всю свою боль изливала ему, не виня людей. Вот эта ветхая природа, адамовская природа, она хочет сказать, жена, которую ты мне дала, она виновата. Вот что вылазит, кого-то обвинить. Да помилует нас Бог. Не опускаться на этот уровень, дорогие мои. Не опускаться. Это Бог работает своим сердцем. Я хочу сказать, это процесс, это Бог работает своим и моим сердцем. Через эту несправедливость. Это ну угодно ему. Это угодно. Вы знаете, когда Иов, он говорит такие слова, он каждый день убивает меня. А я буду надеяться. Он все преломляет через абсолют Божий. Он все преломляет через Бога. Он говорит, это все Бог. Братья и сестры, Он сегодня царствует и своим словом держит все, потому Вселенная тверда. Братья, Он царствует, Он забрал ключи Ада и смерти. Все наши волосы на голове сочтены. Без Его ведома ни одного, ни, ничего не произойдет. Все под Его контролем, дорогие. Все под Его контролем.